Третий выпуск. Дейс по серверу. Он никак не запомнил. Хамстерс ПВЕ. Да, что-то у меня маленечко подзацепил. Подзацепил что-то меня маленечко этот сервак. Вот пока в нем такой спортивная злость такая, знаете, появилась, что как так-то, блядь, неужели я не могу в таком сервере выживать? Прям зацепило меня это. Санитарчиков. Ну, сорян, санитарчик, у меня на 30 слотов, что я морфин нашел. Только толку-то мне пин, если я ищу. Другое. Двери УАЗика тут нету. Кстати, болельщик-то Дискорд почитал, тут оказывается есть ванильные тачки, которые можно найти. Это зашибись. Только я так понимаю, собрать ванильную тачку. Запчасти купить на нее нельзя будет. Можно будет только все запчасти найти. Сука, я знаю, что это означает. Съебываемся. Только вопрос, куда? Летит туда это, блядь. Бомбочка антиматерии. Подлог. 45-39. Подлог, ну, 4 цифры, чё. Базу я пока строить не собираюсь. Хотя... Ебать, хуяно взорвалась. Я чуть это, блядь, не обкакался. В правилах прописано, что... Если плут не под замком, он общий. Так и написано. Вот так вот. Не заперт, не закрыт, он общий. Блин, ну с другой стороны, я нашел довольно редкую штуку, кодовый замок, да? Редкую штуку.
пойдем проверим, куда бомба упала. Она куда-то упала, только куда упала, непонятно. Только вот куда упала, непонятно. А так вообще, ну... Бегу. О, нифига, она не в больничке упала. Полицейская тачка. Она чуть дальше упала. Чё себе? У меня обоймы нету для тебя. У меня же батарейка была. Куда я ее дел? Бля, я ж, по-моему, находил батарейку-то вот. Слушай, она куда-то встала, походу, да? Вот сюда, наверное. Точно сюда встала. Бля, я даже не знаю, USG 9.19 стреляет, а у меня нету 9.19, да? Но это помощнее просто будет, чем вот это вот. Ну, блядь, он место капец. Конечно, занимает вообще вот столько. Ну, я знаешь, что сделал? Я вот вместо арбалета тебя нахуй возьму. Я вот возьму тебя вместо арбалета. Понятно? Так. Так. Еще теперь обойму найти б тебе под USG-ху. Ничего, ничего, шечки. Прям так и хочется, знаете, цитату сказать. Оставь надежду всяк сюда входящий. Так, у меня есть один адреналин, один этот есть. Чё бы? Жратва и вода, да. Давай-ка я пивну. Адреналин возьму, два морфина есть. Один адреналин возьму. И пойду, надо иду добывать идти. Надо добывать еду. Жрать опять охота. Уши. Перчатки ОЗК. Кости. Вместо костей возьмем.
Хотя зачем ему ЗК перчатки, да? ЗК это же для имзоны перчатки нужны. А мне нужно... Типа... Как зачем? Ну, продать. Типа продать, вот и все. Продать. Продать. Бля, фонарик бы налобный. Так, а где у нас тут военка-то есть ближайшая? Здесь военка, где у нас тут? Эшвиль, это ж не военка, да? Военка должна быть зелененьким обозначен. Кэмп Вольф. Кэмп Вольф. Давай мы тогда сюда. А там через Химзу. Здесь обойти попробуем. Бля, я по-моему смотрел онлайн, но в онлайне никого не было. Я тут по домам шарится, блядь. Если в онлайне нету никого, то кто шарится по домам? Жилет это хорошо. Срали. Это что такое? Сошки. Сошки можно у тебя еще поставить. Тут не пройти. Подожди, а это Болька, что ли, да? Только. Это Болька другой отсек или что это? Куда я зашел? Выход на улицу, да? Тут типа жижа. Это что-то типа тюрьмы или что это такое? А, тут, блядь, лучше не соваться нахуй там. Химия, это сейчас чуть-чуть, блядь, надышусь, я тут не знаю механику, как это работает. Как там сейчас надышишься и пипец, блядь, будет. А толку-то что-то эти двери открыл, блядь, ничего. Ой, какие там, блядь, кишки нахер наружу, все вывернет. А, погодь, USG-ха же она с этими стреляет, 45-ками. Чё, я гоню до 9-19, а мне всё равно 45-ок нет, я все просрал. Я все просрал. Когда загнулся, все просрал. А ванильную бы тачку найти, кстати. Посмотреть, какие тут. Хочу. Знаете, спасибо. Ребят, кстати, я перейду на сайт гляну. А, 2 из 50 играет. То есть в онлайне 2 человека из 50. То есть один из них это я. Один это человек загадка.
Поцелее, кстати, этот поцелее. Так мы тебя и возьмем тогда. То, что поцелее. Обоймочку еще найти. Вот, ну смотри-ка. А этот с обоймой. Вообще сок. И с отогом, да? Вот он и в какаху. А куда поток? А, что ты паришься? У тебя шаток-то есть куда взять. В принципе, и тебя есть куда взять. Потому что потому. Да потому. Теперь патрончики только нужны. Под него 45-е. Хоть что-то, уже хоть что-то. Так, это открывается капот-то. Типа свечку вы... А, вот еще машина стоит, смотри. Типа там свечку вынуть, еще что-нибудь достать. А тут ничего на капоте нету, да? Так, реечная накладка на К. Не, ну... Не нужна, спасибо. Вот приятно, что вот так вот это... Стоят тачки. Прокачку. Зомби ходит. Я не знаю, в копах. Это копы ходят. Зомби-полицейский ходит. Я из него, скорее всего, я в него, скорее всего, это. Со скорпиона должен буду выпустить всю обойму, чтобы его положить. Кучу-кучу-кучу этих сагрит на себя, да? Так, это что такое? Приклад. Приклад — это не то, что нам надо. Так, а кто где хрипит, тут ходит? Так, а это что такое, блядь? Так, вот эти тачки я раскрыл, вскрыл, разобрал. А кто хрипит, где ходит? Хрипит. Хриплый какой-то зомби где-то ходит. Что ему там это дать? Кашель. Типа. Сказать, вот на. Горлышко, горлышко. Закапай. Ой, просто. Че, блядь, кто? Нет, ты меня не видел, где нахуй, короче. Кружище, иди, блядь. Ты меня не видел. Чего? Фонарик налобный. Дайте. Счастье было. Так, а ну я вообще. Ну, примерно в правильном направлении бегу. Просто бред, блядь, бред, реально. Бред бредовый. Двери и УАЗик, это что за... Товарищ администратор проекта, если вы вдруг будете этот видос каким-то образом смотреть, это... Это пипец, конечно, Рафляндия. Столько дверей УАЗика. Спавнить это что-то с чем-то по-серьезки. Не, друг, отъебися, у меня шприцов нету, я тут заебался уже носиться, блять, как этот, блять, с берега.
СР-ка, да ебать. Ты какими стреляешь? 7.62-39. А, ну подожди, я сюда иди. Я набор для шитья не находил. Ну, не сегодня, да. Блять. В прошлом выпуске находил. Что, два что ли? Вы что, блядь, клонировались? Кладитесь. А, блюет, сука. Второй на помощь подтянется, да? Все-таки я мусинку решил оставить. У него патроны помощнее будут. Хотя найти их посложнее, скорее всего, будет. Да, с топором я тоже не готов прощаться. Рюкзака с доп-слотом под оружие у меня нету. Поэтому оставлю мосинку. Оставлю мосинку. Только не 308. А, вообще никаких. Или 45-ки, или, блядь, 7-2. Колхоз. И
что-то как-то колхоз больно на больничку похож, да? Точняк. Это и так больничка. Забежим. Надо будет с этой военки потом тащить. Блядь, трейдер 3,5 километра. К трейдеру полетим. Продадим. Посмотрим, оружие купит он, то есть автоматы вот эти. Ну хотя бы один. USG-ху купит он. Или нет. Колхоз. Коров не слышно, куриц, петухов тоже не слышно. Там, кстати, ушка еще охотничья. И самбарей, кстати, тоже не слышно. Перчи. Хирургические перчи. Дезинфицирующий спрей, это отлично. Я штука. Опа, пакет из раствора. А набор для переливания я взять не могу, потому что пакет из раствора. Пакет из раствора. Могу взять тетрик, активированный уголь. А это активированный, видите, тетрик показалось, что это. Мне кажется, что это свинюшка, которую я в первом выпуске встретил на берегу. У меня это был, это, знаете, глюк. Мираж. Что не было никакой свиньи. Все это мне померещилось. Пипец, реально. Хотя, может быть, знаешь, ну чё, если параллель провести с тенементом, параллель провести, то отличие в чем? Отличие в чем? Лута здесь меньше. Лута меньше, поэтому и еды меньше. Вот, а так, не сказать, что... Просто за счет того, что меньше лута, нужно адаптироваться под новое. Под это нужно адаптироваться, и все. Кер ко мне ползет или не ко мне. Бля, тут залезть-то особо негде. Ну, на тачку я, по-моему, на эту сломанную не залезу. Смогу, да? Не смогу. Давай-ка. Но я могу забежать в тот, конечно, в этот.
Рюкзак нашел тоже. Так, еще казармочка. Тут таких-то этих даже нету. Чтобы куда-то типа на возвышенность какую-то залезть. Хер прям сюда кандыбает. Что он, что меня чует или что? Что он сюда так кандыбает? А? Слушайте, что надо, блядь? Лысый. И второй сюда, блядь, идет. Вы что, ебанулись? Я могу вам в третью забежать казарму. То есть, как бы, то, что я сейчас вот так вот кручусь, я даже звук, ну, типа от меня звука никакого не исходит. Может пробовать со скорпиона? Сколько в голову-то им надо дать со скорпиона? И вот так они вроде не жесткие. И не жесткий только. Чё, тут контейнеров нету? Ну-ка, по карте. Контейнеры тут. Нет, здесь казарма. А, кстати, вот это, наверное, контейнер, да? А, ну, либо это казарма другая, длинная. А вот это вот может быть контейнер. Да? Сейчас расположение не знаешь? Поэтому сложнее. Отсюда не видно просто. Есть. А, ну, смотри, там хаммер есть, вон. Кстати, вон там есть хаммер. Сейчас мы проверим, сколько надо будет. 308-х. В эту голову, блядь, бестолковую. Бестолково за голову зомбака. Ой, подожди. Один. Так, ну зато они на звук реагируют хорошо. Слушай, ну нормально. Один патрон с 308-го меня устраивает. 308-й патрон. В шлемофоне который. Вполне устраивает. Вполне устраивает. Еще глушитель бы найти. О, друг, с каким-то рюкзаком бежишь. Слушай, ну это все, да? Отлично. Это, блин, мне бы на жилет, конечно, бы, если был бы подходящий жилет, пошла бы эта универсалочка. Шла бы еще как. Опа. Короче, я не угадал, да, с винтовкой. Надо было все-таки ЦР-ку брать. Может, консервы в ком будут? У кого? А? Пацаны. С консервами нету никого. Этот с рюкзаком, ну тоже пусто, ничего нету. Ну-ка, давай мы вот тебя сейчас
так вот сделаем. Кости, вот кости возьмем. Кости. Веревка есть у меня, да? Понятно. Так, тройка. Тройка. Круг. Обалдеть! А что я нашел? Что я нашел? Это ж на мосинку. Это на мосинку патроны. Все для проще, хотя толку -то тебе от этого, если жрать то нечего, да, мосинку зарядить. Что у тебя тут есть? Жратва есть? Опа. Еще патрики годные. Спасибо за патрики. Ну ж нихера я с это с мосинкой-то и не прогадал. Нормально, что такую мосиночку взял. Поставил. Ладно, бля, рюкзак, так, а мне вода нужна, давай попьем, кстати. Так, там еще казармочка есть, оказывается, пропустил, который надо сходить до нее. Короче, нормально добежать. Ну да.
Блин, что там вот такое вот? Я сейчас туда перейду. Ну там тоже какая-то прайс. Прайс это тюрьма, да? А, прайс это тюрьма. Тюрьма, ну в тюрьме же. Блять, вопрос в том, какие там, насколько мощные там эти. Те обитатели. Стоп, у меня сейчас есть веревка, у меня есть это, да? Так, ну-ка давай. Нет, не то. Так и вот так сделать самодельный крючок. Сейчас я сделаю себе удочку, ебать, я порыбачу, я покушаю. Сперва покушаю полноценно. Так, давай еще сделаем. Один, два. Давай-ка порыбачим как следует, покушаем как следует, а потом уже в путь двинемся, да? Потом двинемся в путь. Блин, вот тут если заревет сирена, я даже хер знает, куда бежать. То ли тудым, то ли тудым. Что хер знает, куда будет падать. То ли на тюрьму, то ли... Скорее всего, наверное, надо будет в воду бежать. Да? Скорее всего, надо будет бежать в воду. И человек еще нормально. Не с камня он там, не в воде стоит, да? Пробовать. Ладно, ладно, терпи давай, сейчас уже рыбачим, ёптать. Давай ловись уже, ёптать. Первый скумбрия, ловись.
О, попалось что-то, попалось. Морской окунь, да, хуй с тобой. Морской окунь. Сейчас у меня нету. Ох, придется для розжига делать, да? Так, а кору есть где нарезать? Есть, по-моему, как там нарезать. Короткая палка у меня там вот тут валяется. Терпи ты, ебать, хватит уже. Сейчас жрать будем. Привет, здоровая. Ой, эфире 6 слотов занимает. Да мне пофиг. Слотов занимает. Главное, чтобы это пожрать можно было. Вас кушаем, а потом следующую пожарим. Хоть в желудке урчать перестанет, в животе. Сейчас еще пару червячков еще попытаемся поймать что-нибудь. Вода в минус идет, типа здесь жареная жрачка не добавляет воду.
Тоже довольно интересно, что водичку она не добавляет. Да ладно. Я как бы и не против. Еще фиолетово. Накопать. Вот здесь накопать нужно. Дровишек подкинуть в костерок. Это чахленький прям. Быстро прогорает там прям. Я в костре прям нахожусь. Вот это я прям учудил. Костер прям, блядь, яйцами сел. Еще не сгорел нахер. Да ты охренел, охренела, что ли, блядь? Чё мне, блядь, каждый первый заброс будешь срываться? Как-то не густо, блядь, с этого окуня. Ну, тебе надо рыбачить. Крючков у меня дохуя. Пока я не наемся, надо рыбачить. Или, блядь, сразу наделать одну кучу крючков. Костер на этих камнях развести, блин. Блядь, не поймали опять ничего, да? Ёпарасоте. Херово. У меня кроме мачете, ножей-то других нету. И точилки нету, да? И кирки нету. Я не находил кирку.
Да, давай сразу четверых скопаем. Выкопаем сразу четверых червей. Что делать? Крючки я пока не буду делать. Эти два буду насаживать. И так уже мачете на износ идет. Мачете на износ. А, тут же, скорее всего, это от навыка рыболовства зависит. У меня вон рыбалка прокачивается, кстати, навык. А та книжка, вторая часть, так у меня и просралась. Мне ее один раз удалось засейвить, второй раз уже не удалось. Навык рыбалки прокачивается, кстати. Ну ладно, возможно, когда навык станет двойка, то есть ловить он будет эффективней. Или, возможно, если я бы рыбачил с удочкой, скажем, заводская там, которая, да, то есть... О, что-то попадется сейчас. Попалась, заебись. Найс. Правда, что ли? Ну ладно. Конечно, я в ахере, конечно. А что случилось? Интересно, навык прокачивается, когда я что-то ловлю, или вообще просто после каждого, ну как, каждого, ну как заброс делаешь. Сорвалась, поймалась. То есть неважно. Слушай, ну тут пока это рыбой что-то тут себе по нажрешься, конечно. Охереешь, если серьезно. Ну, не, ну, если, наверное, рыбу-то... Ну, рыбу, если полноценную поймать, то, конечно, будет зашибись. Никак этот, блядь, пискарь мне попался. Че, опять медвежонок или че? Да вы, вы че, ебанулись мне, блядь? Ту коллекцию медведей, что ли, сюда сейчас это дадите? Че, блядь, дураки, что ли? У меня удочки уже пиздец приходит. Сейчас я в медведи соберу всю коллекцию. Охереть, блядь. Вообще красавцы, блядь. Что, а куда крючок? А куда тот крючок делся? Ну еще коричневого надо медведя выловить, чё? Давай ебанем коричневого медведя. Сколько ты стоишь, правда? О, попалось, что-то опять рвалось и ебануться. Так, крючок уничтожен. Мусорку. Чё, сейчас будем плюшевых медведей есть, а что делать? Снова сорвалось. Ебать, 5% навыка только прокачано. Так, удочки. Удочки тоже как бы приходит. Абзац. Абздец, или как там правильно сказать, да? А кто слушал, молодец. Удочки абздец, а кто слушал, молодец. Так, давай-ка вот мы еще возьмем. Масяню возьмем. Зарядим.
Хоть так место высвободим медведями, чё? Медведями высвободим местечко, да? Так, эти мы положим вот так. Типа как она это. Давай хоть глянем одним глазком, что там вообще такое. Что из себя представляет тюрьма? Мутанты, усиленные зомби. Что это вообще такое? Так, кстати, есть полицейские тачки. 60%, а у меня 70%. Извини, вообще никак. Подожди, вот так хоть. Это ручка переключения скоростей, да. Как обычно. Больше ничего. Ну, оружие лежит и ладно, и тут расстрочено. А глушителя нету? А? Глушителя нету случайно у вас? Я был бы признателен, что глушитель был. Пистолетный желательно. Так, адреналин у меня есть, если что, я прям как-нибудь куда-нибудь постараюсь забраться, вколоть адреналин и ебать со всех ног оттуда топить потом, как будто за мной гонится стая волков. Голодных сильнее, чем я. Темнеет. А я сейчас как раз по темноте туда ебану, да? Я ж блокировочек прорыбачил. Все, что можно. Так, а что, кстати, по этим, по подходам? А, ну вот так надо бегать. Так, пока зомбаков особо отличающихся от кого-то я не вижу. От кого-то как-то или чем-то. Капали клад. Так, ну тут полицейские. Так, давай мы. А, ну-ка сюда. Смотри, я могу вот сюда вот так залезть, да, если что. Это, в принципе, может быть моим спасением. Какой-то прикольный, конечно, флаг там красивый, что я не мочу. Это 308, нормально.
Ну. По-серьезки тут не делать сейчас. Потому что тут темно. Кто-то хрипит, блядь, поборогозит нас. Что, давай на берег, на с этой стороны я сейчас спущусь, порыбачу еще, удочку сейчас еще сделаю. Блядь, червей, конечно, копать уже пиздец. Топором, что ли, покопать? Да, тут рядом с водой. Так, а есть у меня... так, если я тебя попробую разобрать, а тебя разобрать нельзя, да? У меня нету веревки, нету. Ну, из 12 тряпок я, конечно, могу еще веревку сделать, но мне не из чего сделать 12 тряпок. Еще 6, точнее, тряпок не из чего сделать. Так, так. А какого Михаила я кости закинул? Кто это? Давай один крючок тогда делаем. Делаем один крючок. Берем топор. Блядь, топором червей не накопать. Я могу только куст срезать. Будет. Так, теперь надо кору, надо мачетом кору. Зачем заточить? Зачем точить? Точить нам не надо. Нам надо разделить.
Блин, а какого хера я не могу это топором червей копать? Куда ты в костер лезешь, блядь? Все, тогда что, копаем по максимуму мачетой, а потрошить тогда будем топором, что делать, если, конечно, поймаем сейчас что-нибудь. Может быть, удочка быстрее сдохнет, чем я что-нибудь поймаю. Будет, конечно, печально. Так, ну крючок, в принципе, на три заброса рассчитан. Сколько удочка у нас выдержит? Так, что, мачете? Мачете еще дышит. Мачете еще дышит, это хорошо. Есть тут без медведей место у нас более удачливое, чем там. Возле костерка хоть не так грустно, да? Блять, сорвалась опять скотина. Я и удочку нахуй сломал. А, блядь, пиздец, короче. Или где кишки-то теперь взять? Сука. Кишки зомби, конечно, мы возьмем. Колышная маска. С тебя много не будет, хули тут. Ну тут с это страдать-то, да? У нас тут веревок нигде нету, случайно. Может, я, блядь, веревку какую-нибудь закинул. Ладно, давай хоть крючки объединим. Сделаем хоть рыболовные крючки парочку. Топор пока живой. А, наверное, каждая это ловля прокачивает. Каждая прокачивает, да? Ё-моё, скоро куртки санитара придет. Пепец. Пепец прям придет. Давай хоть водички выпьем, что ли? Эй, блядь! Эй, ты чё, блядь? Я говорю, выпьем, а не костер затушим. Дурик. Не, ну в принципе зомбака завалить, из него можно сделать эти. С него можно сделать. Так, кстати, ж можно вот так вот сделать. Местечко сэкономить, да, выиграть, точнее. Вот. Под крючки под наши.
сидим. Что не засек, во сколько тут это началась ночь. А, я сейчас это сгорю нахер. Близко сильно присел. Звезды, они же двигаться вроде должны. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Сейчас посмотрим. Точно, смотри, двигается. Времени-то на серваке сейчас. Час 04. Сейчас час 04 на сервере. Посмотреть, во сколько будет светать. Но пока жестких зомбаков на территории я не увидел. Конечно, это может быть только вступление, то есть вход был, вход, поэтому там могут быть дальше где-нибудь сидеть. К примеру, по карте, если я зашел отсюда, я про... Я вот эту зашел, вот эту я не зашел. А тут вон сколько всего там, тум-тум-тум-тум. Строение-то до херища, да? Где-нибудь вот внутри вот тут могут, может быть, быть. Хер их знает. Карту можно уменьшить. Времени сервачного. Час 34, то есть полчаса прошло. Ну, я думаю, через час по серваку уже должно начинать светать. Должно начинать светать, и можно будет выдвинуться. Хотя можно выдвинуться будет раньше. Раньше будет, может будет. А что, солнце у нас должно же вон с той стороны, получается, появиться слева, да? Как-то так, короче, или как? Ну да, значит, солнце тут должно появиться. Потихоньку тогда
неспешным шагом. Сейчас нам предстоит там Чилова Рубилова. Остановился. Даже если я найду, у меня патронов не хватит. На одного командира, может, и хватит. Вот на остальных нет. Времяться. А 3:34 сейчас, то есть 3:30. Еще темно. Ну, ладно. Сколько еще темно? Час еще. Это часам к 4 светает, начинается. Ладно, погнали. Сейчас неспешным шагом пока дойдем там как раз. Ничего нового не появилось поблизости. Вот здесь. Проверить стоило. Проверить стоило, конечно же.
поближе можно? Сколько я всю ночь вас ждал. Блядь, ты чё? Троглодит херов. Ну ёб твою ж мать. Сейчас подойдете так. Ну, с 308 ложатся в брониках, это хорошо. Это сучка. Мазал. Че ты носишься как ненормальная, блядь? Подходите сюда, ёптать. В принципе, расстояние такое тяжелое, да? Ну, не тяжелое, довольно большое для 308-х расстояние. Ну, да, зомбаки как бы не усиленные. Это приятно. Это носится один там. Сучка. Ну что ты, блядь? Чепушня. Сука, кот побежал. Жаловался, что ли, побежал или что? Это... Блин, он что за территорию куда-то убежал там это? Сейчас, блин, он что в казарму там? Пожим, он в казарму всю щеманул, а? Звать на помощь? Что такое, как бы парик-то не устраивает? Сейчас там еще орда придет. Не, надо перезарядиться тогда. Тоже не варик. Тебе получится этим? Да, вот, получится. Зачем? Пару веревок сделаем сейчас. Блин, что интересно с их мозгами делать? А? А чё у вас тут вообще ничего нет? Козлы.
Пусто, 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 да? Я, кстати, могу глянуть, что у них там. Там есть немножко человек. Если, конечно, можно человека не назвать. Другой вопрос, что там по луту есть, да? Что там есть? Ты с этими со жратвой ты так прям питано выглядишь, хер-то там, да? Все сожрал сам, походу, все походу сам сожрал. Суки! Отступаем. Тактическое отступление. Отступление на хаммер. Да, блядь, козлина ты. Дырявый, блядь. Там что стреляет и где? Все, патроны закончились, да? Стоп, давай возьмем на пионер. Пионер еще найдем. Сейчас надо все брать, что можно. Опа, вот это за это прям респект и уважуха тебе за боевой нож. А где этот герой-стрелятель, блядь? Че не поднимается? Кто там такой стреляльный стрелок? Шел ты нахер, блядь. Привел, что ты, скотина. Сверху, да, ага, блядь. Сюда.
Ничего лучше не придумали. На камнях там сделаю все. Как и планировал. Здорово. Здорово. Да я посмотрел, посмотрел там. А, понятно. Слушай, у тебя есть что-нибудь это перекусить? Да я, блядь, вообще это наловить ничего не могу. Так, есть? Сейчас, сейчас, секунду, подожди, сейчас. Угу. Ножички есть? Да, есть, спасибо. О, от души вообще. Куда подержишь? Да я первый день сегодня, я, видишь, там знакомлюсь как бы с сервером, видос пишу обзорный там, ну, как что получится. С друзьями ищем, короче, варианты, куда типа податься, если что. Слушай, ты там наверху был, не видел конвоя, не было? Нет, там конвоя не было. Там дыма не видно, оттуда было. Так. А сам куда путь держишь? Да я вообще просто бегаю, карту изучаю по деревенькам, по городам, смотрю, что к чему. То есть, насколько зомби сильные, если тут мутанты или какие-то еще какие-нибудь непонятные штуки. А, ну, мутантов пока нет. Пока нет мутантов. Зомби есть. Есть на конвоях поусиленные такие бомбижные. Ну, конвой я сегодня встречал, но Может, покатаемся? Не, я пешком хочу побегать. Мне надо это. Если я покатаюсь, мне не так будет это. Ощущения не те будут. Ага, понял. Вот. Поэтому хочу пешочком побегать. Че по патрошкам имеешь? Может, и поменяемся? Ну, у меня на Мосинку есть патроны. Есть 5,56, потом эти 7,62,39. И все. В принципе, больше ничего нет. Ну, для Мосинки мне самому нужны. А да 308, я кстати. Тебе на мостинку. 308 могу дать. У тебя же вроде есть по 308 что? Ну, 308 пока нет, но я собираю. А. Слушай, 5,56 и 37,62,39. Угу. У тебя сколько их? И Ну, 308 сколько? Маленько, сейчас я тебе скину. Так, это... 5... Слушай, а генератор нигде не попадался? Не находил. Я только эти, блин, задние двери от УАЗика нахожу и все. Так, 308. Так. Так. А вот еще. И. Ну, коробка двадцатка. Сейчас я бумажку еще сниму себе. На рожек. И. Ну вот.
Так, Не, если это на Мосинку 40, патронов 50. подкинешь, то... А, или знаешь какие на этот? 380-х мне на Скорпион. Или на Юмпик 45-х. Я что-нибудь одно Ага. выброшу. Сейчас, погодь, вот Мосинки-то есть, да и нормальных патронов, а вот под 45-ки сам стрелял и 380-ых на базе, наверное, скинул. Если до базы, конечно, домчались, я бы там посмотрели. Да, ладно, нет. Дай тогда на Мосинку мне, да и все, мне хватит этого. Так, раз, два, так, сколько тебе должен? Так, 60. Ух, я тебе много должен. Слушай, да ты скинь сколько есть, ну Так. там, или это, если не хватает, мне как бы по барабану. Ты понятно? Не, ну надо честно. В смысле, честно, я тебе отдаю то, что мне не надо, что тут таскать с собой, Ну, место а я-то думаю, занимать. что я мусинкой пока не стреляю. Ну. Так, а по оружию у тебя что? Слушай, у тебя там, я смотрю, мачете была убитая уже, да? Ага, вообще У меня просто убито. вот ножички есть, могу откинуть, А чтобы я не лишнее. боевой нож нашел с нуля, короче, это. У меня боевой еще нож есть, потому что мне, видишь, мне, чтобы места сильно много не занимать, мне это. Я как бы по возможности. Я, если что, себе точильных камней потом просто сделаю, поточу, да и все. Сейчас только кувалдочку найду какую-нибудь или Смотри, кирку. просто чтобы это не заморачиваться, я думаю, ты красным. Не, у меня нож есть боевой, я сейчас вот нашел нормально. Топор еще, кстати, нормальный у меня. Что есть что остро, колющее, режущее. Если, ну у тебя юмп, если место нужно, смотри, кольт есть в магазин? Не, нет у меня кольта. Вот пистолета Кольт у вообще меня есть, ничего если я нет. мог подкинуть. Да не, пока пестик не надо, я Ага. с ппхами пока гоняю. Так, а что тебе еще предложить такого? Ох, нихера ты меня накидал тут. Спасибо. Так, а рюкзачок у тебя какой? У А, на меня на 90. 90, да. Да? А, Слушай. нет, тоже такой один у вас есть, лежит. А, смотри, у меня здесь еще, знаешь, какие? 5,45 на 39 еще есть немножко. Тебе такие нужны? Там 9 штучек буквально. Но они-то эти, трассирующие, короче, бронебойные. Тоже возьму. Автоматик почти все собираю. А 357 не попадались? В Не, 90-е. этого я еще не находил. Смотри, у меня есть, короче, пистолетный прицел. На дигл как раз пойдет. Тебе надо такой, нет? Не, это есть. Кстати, это могу арбалетки подкинуть, если хочешь. Кого, кого? Арбалет. Ой, да я находил эти арбалеты. На них болты-то еще нельзя крафтить, а, блин, болтов-то. Можно, почему нельзя? Ты чё? Я сегодня с админом разговаривал, он сказал, говорит, еще не ввели крафт болтов, завтра, говорит, только сделаем. Не, смотри, есть крафт, который, как тебе сказать, ванильный, так скажем. Ага. Именно эта карта, которая присутствует. Это короткая палка и там перья. Крафт там разделяется по рецептам на 1, 3 и 5 стрелы. Соответственно, тебе нужно 5 этих палок коротких и 5 этих перьев. Ну и Ага. также 3 и 1. Ну я Он понял. работает, все нормально. Да я как бы... Я арбалетом-то стрелял сегодня уже это. Я их нахожу, у меня 3 штуки арбалета уже нашел, блин. Ну, от заражения дохну я эти. Лекарства никак найти не могу против зомби-вируса, блин. Жесткий вирус А, такой. слушай, ну, сейчас, погодь, поделиться одним могу. Самого тоже немного, Да но не, я сейчас это, могу. огнестрел раздобыл, теперь я хоть дистанцию смогу держать. А то в рукопашную, когда дрался, блин, постоянно что-то влетало. Ну, на всякий случай, нет, смотри, когда сокон будешь Ну, отстреливать, если на спасибо. тебя они крови маханут, Но-но-но. то 100% заражение. Ага. Не, ну я стараюсь, То есть, видишь, если даже ты повыше через стенку забираться. бьешь, и они это успевают, то получится. А, вот оно в чем. А я и думаю, что за херня-то, блин. Да, то есть тут с этим надо это поаккуратнее. Слушай, а А тут заражение то берут и бьют. получается, когда кровью только они на тебя блюют, а не когда бьют, да, руками? Нет, смотри, вот кровью это 100%, если тебя Ага. блеванули. Если лутаешь, маски, перчатки нету, есть Ну. шанс получить. Какое-то время проходит и получаешь все равно. Ага. Ну и при по ударах, при порезах.
Понятно. Слушай, а маска медицинская нужна ли? Вот как лыжная, я лицо закрыл просто и тоже канает. Вот у тебя, не, лицо закрыто, главное, все, она А, уже ну все работает. тогда окей. По медицине, что как еще? Адреналины, Не, у меня кофеин, все. адреналин, морфин, тетрик, уголь, кадеин, то есть Так. как бы это все есть. Витаминки. Не, вот витаминки у меня нету, закончились. Так, держите, смотри, сальмонеллу что-нибудь поймаешь, тетрик, витаминку, тетрик, витаминку, так быстрее вылечить. Иначе может, да, там, это, тетриком одним не поможет. Не, это я Нужен знаю. иммунитет одновременно поддержит и это, и Это-то я знаю, как лечится. лечение. Здесь просто видишь, вот этот вирус, зомби-вирус, он жесткий. Первый раз я с таким сталкиваюсь. А какие вот эти стандартные болезни, я-то я же это знаю, как лечить. Нет, просто если просто сальмонеллу поймаешь, пытаться будешь лечить тетриком, то тебе могут и 3 пачек не хватить. Ну да, там надо это иммунку хавать, витаминочку. Да. Это я знаю, но. Так, кобура тебе, я так понимаю, не нужна. Пояс и Не, ниже нету, да? кобура не нужна, пояс. А пояс? Не, пока пояс мне не надо. Я это, пока без пояса побегаю. Понятно. А по шмоткам что там у тебя как? Ну, у меня шмотки какие он? Медик этот на 42 слота и штаны там на 30, и жилет на 30 есть. Есть. Так, на 30. Подожди, Я а у сегодня, меня когда какой? сдох, эти, блин, на 70 слотов просрался свои шмотки. А, так, вот на 30 возьми. А. Тактический. О, ничего себе. Так. Это ж прикольно. О, спасибо за жилет. А, это тактический, да, там? Блин, на 72 сам где-то прозевал уже. Либо отдал уже, не знаю. Да ладно, как бы это. Шмотки. Думаю, найду, я ж нашел там куртку, шмотки нашел, и блин. Думаю, найду еще. Не, они, да, это они попадают. Кстати, а этот не попадался, как его называют-то? Микроскоп. Микроскоп? Не видел я тут микроскопа. А он вообще Ну, для чего тоже нужен? хорошая вещь. Вот. Кстати, вот для крафта противовирусного. А, да? Ну, понятно. Пачку, вернее, микроскоп, это, как тарелку Петри, Угу. пустые колбочки и шприц. А я-то думаю, Получаешь для чего колбочки мозг эти, зомби. блядь? Смотри, мозг зомби. Короче, получается как? Вставляешь чашку Петри в микроскоп, кидаешь Ага. туда 10 этих колбочек пустых, Ну-ну-ну. закидываешь мозг, получаешь 5 антидотов и 5 патогенов. Патоген тебя убьет, антидот тебя спасает. А шприц, чтобы наполнить, пустой шприц. И все. И вот у тебя, Ага. короче, одно, вот этих 5 колбочек на противовирусные, 5 штук. А шприц тоже найти надо, да, где-то получается или нет? Да, в медицинских палатах, в Угу. медицинках в любых частенько встречаются. Понял. Пока еще не находил, но буду хоть иметь в виду. А я думаю, нахера этот мозг с зомбаков остается, блин, что с ним делать? А оказывается, эту крафтить можно. Интересно Да, довольно. противовирусная. Так, прицел, пушки, правда, нету. Есть ружейный, если нужен коллиматор. Да не надо, я это с Мосинки так привык стрелять. Я ж не буду на снайперскую дистанцию шмалять. Как бы средняя, ближняя дистанция будет, так что этого достаточно прицела мушки. А там уже посмотрим, как пойдет. А ты если хочешь куда подкинуть, я так понимаю, Стонингтон ты уже лутал, ты где-то здесь появился, то хотя ты и за луту нужно нормально. Да не, ну почему? Я, короче, бежал от этого, как там, Ocean, как он там называется. А Швин, этого Швин, сейчас подожди. А, я от этого, Тут, от ну, Фишер Кэмп побежал. От Фишер Кэмп так. побежал. Я, короче, сдох тут недалеко, возле Станнингтон. Там конвой как раз был. Я, короче, бежал за своим этим лутом. Прибегаю, уже ничего нету. Думаю, ну капец вообще, как быстро исчезает. А, нет, здесь именно чтобы не фармились, специально сделали так. А то же люди у нас, народ, сам знаешь,
с берега, там с берега же и еда дается, и как бы одежда. Ну-ну-ну. И люди заходят, специальные баночки себе бабахают. Ага. А не, а я, короче, раз это сдох, ближе был, что-то в 3 километрах, я успел добежать до своего лута. А тут в 6 оказался, уже не успел добежать, блин. А там где-то минут 15 труп лежит. Ну, а я, видишь, я-то лут себя скинул. Просто лут, получается, весь пропал. А, и все равно, а вещи, которые, шмотки даже, мне кажется, лежат, которые ты скинул, ага. Они даже где-то в этом же районе, или там даже чуть меньше. Может, Ага. плюсом. Плюс-минус 5 минут, короче. Ну, интересная механика, кстати, интересно. Ну, надо учитывать это все. Да. Не, ну скромность тоже все вроде работает, все нормально. То есть, если ты гермешок закопаешь своим лутом, то есть это. Он сохранится там определенное количество времени. А там не было времени мне скрон делать, я это уже от зомби-вируса подыхал, думаю, скину, добегу. Не успел, оказывается. А. Понятно. Слушай, ну ладно, побегу я дальше. Спасибо тебе за это, за подсказки, за эти, за лекарства, за патрончики. А так, смотри, в зомбаках еда частенько попадается. Ну это я заметил, да. Особенно в гражданке. Это я заметил. Просто с ближнего боя их особо не убивал, чтобы не заразиться. Часто можно подстреливать будет уже. Ну, у тебя, смотри, у тебя вот этот пожарный топор. В голову впадешь, с удара без каски уложишь сразу. Старайся в голову, не по ногам никуда, а вот именно в голову, то он будет... В голову и стараюсь. Ну, я вот бегал тоже, нормально было. Ладно, все, я побежал. Так. Давай тогда удачки. А, кстати, подожди. А, чё, термометр чё? Тоже у тебя есть? Не, нету. Термометр у меня про запасной есть. Он показывает основные ванильные болячки. А зомби-вирус у тебя, я так понимаю, тестера тоже нету, да? Нет, тетрик у меня есть. Не-не, тестер, тестер. Не, нет такого тестера. А, ну у меня сейчас иммунитет высокий, здоровье 100, кровь 5000. Короче, типа я... Красавчик. Ага. Так, возьми тестеры. Вдруг что? Просто бывает такое, что один антидот не помогает. То есть, если тебя сильно надамажили, придется 2 антидота вкалывать. Ну, на всякий случай, чтобы у тебя был. Ну, подбирай, ладно. У меня еще есть запасные. Хлорные Хорошо. Таблетки все есть? Ну, не, хлорных у меня нет. Хлорных. Не, хлорных нету, я это... Ну, я из колонки так, стараюсь набирать. А, ну, на всякий случай. И такой вопрос, смотри, еще. Бывает, что режут, но сразу не заражают. У тебя что-нибудь есть, там, йод или спиртовая настойка? Ну да, у меня дезинфекция, это средство для дезинфекции, и настойка алкогольная есть. Вот. Короче, прежде чем перевязываться, обрабатывай рану. Меньше шанса заразиться ванильными болячками. Ага. А, то есть, когда у меня порез, то есть, рану обработать, потом перевязываться, да? Да-да-да-да. Тогда у тебя шанс меньше подхватить что-то из этого. А, вон, интересно. Прикольно. Учтем тогда на будущее. Да. Ну, ладненько, что. Если что, я в Дискорде. Заходи. Ну, ладно. Окей-то, удачного тебе лута. Ага, давай, удачи. Фир, а как мы... А, он тут так вот там. Езжал, проезжал, да. Так, на эту я не побегу. Сейчас, а, кстати, подожди, мне сейчас надо посмотреть, куда я, кстати, побегу. Гринвиль. Давай я вот в Гринвиль побегу, да? О, смотри, мои до сих пор деревья тут валяются. Болты можно крафтить, значит, да? Хорошо. Короткая палка и перо, и болт получается. Конечно, как может... Этот болт, это должно быть что-то, блядь, с утяжелением. А, ну, хотя там может просто быть
наконечник там типа с чего-то, значит, так как-то. Например, витаминку человек дал. Подожди, у меня 4, а вот тут 10. Вот так вот можно сделать. Коротко палка с собой. Что я хотел с ним делать? Стоп, сейчас мы с одной палки сделаем удочку. О, с интернетом беда опять какая-то. Пипец, блядь, а что с интернетом произошло? Меня выгнали из игры, соединение с сервером разорвано. А что случилось? Доступ к интернету есть. А что не так? Почему? Почему меня выгнали? Все понятно. Короче, нужно обновлять версию эту. Ну, тогда что, давайте на этом прервемся. На этом прервемся, потому что, ну, сейчас смысл это, на это время тратить. На этом, в общем, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.